Жень, ты сейчас практически весь бой вела по уколам в украинке. Что в конце произошло? Ну, я чуть-чуть подустала. Все-таки сказывается опыт, у нее немножко больше, и выносливости немножко больше. Ну, я не расстраиваюсь, я буду работать над этим, я знаю свою ошибку. Ты в прошлом году здесь была 50-я, в этом году уже на ступень повыше. Довольна результатом? Да, я очень довольна результатом. Это, считай, маленький рывок вперед. Как вообще в целом проходит твой переход во взрослый уровень? Ну, в целом... Я могу сказать, что я перешла в молодежь, и мы съездили на чемпионат Европы. Мы заняли в команде первое место. Я могу сказать, что это очень удачно и хорошо, что так все сложилось. А личным результатом на чемпионате до 23 довольна? Да, нет, недовольна, потому что мне там всего лишь одного очка не хватило, да, для того, чтобы быть восьмерке. Ну и тоже сказалась моя выносливость, которую надо подтягивать. А вот этот месяц после чемпионата Европы как провела? Готовилась, отдыхала? Да, я готовилась, я съездила за границу на турнир. Ну, впрочем, как всегда, тренировалась, у меня не было отдыха. Сейчас какие планы? В Баку не поедешь? Я не поеду в Баку, я поеду на Универсиаду в Южную Корею. Спасибо большое, удачи тебе.